Друзья, прошли на стадион, только что был небольшой кипиш возле нашей фанатской трибуны. Как мы это поняли, то есть наши болельщики заходили на сектор, но здесь помимо входа на нашу трибуну еще был вход на центральный сектор. Ну а полиция города Марибор, то есть не разобравшись в ситуации, начала просто всех дико обрызгивать перцем. Ну и вроде как-то конфликт и успокоился. То есть, и вот. Сейчас идем на стадион уже снимать нашу трибуну и непосредственно покажем на то, на что способны наши болельщики на выезде. Наконец-то в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Погнали!